Саня, где ты пропал? Выезжать уже, в школу пора! Давай бегом, опоздаем! Сейчас, папа, только портфель сложу. Что мне тут сегодня по урокам? Общество, да, сделал я английский бел. Математика! Контрольная! Блин, я ж про нее совсем забыл. Блин, оценку вообще нельзя портить. Папа сказал, карманных денег лишит. А на выходных у меня квест. Я одноклассников подведу. Ладно, что же делать? Что же делать? Ладно, была не была. Ладно, будем ломать палец. Какой же лучше подойдет для синего, наверное. Вот эти два. Ладно, рисуем. Искусство у нас сегодня не по плану. Я пишу правой рукой, значит нужен указательный. Фиолетовый чуть. Да ж очень ничего получилось. Можно идти к папе. Саня, время уже, время, опаздывай. Папа, стой, у меня беда случилась. Я вчера на баскетболе палец ударил. Я думала, все нормально, у меня вчера чуть поболел. А сейчас посинел, что делать? Блин, в травмпункт надо ехать, снимок делать там. Не надо, это просто ушиб, наверное. Ушиб? Палец сгибается? Писать можешь? Вроде сгибается. А, больно! Ладно, поехали в школу. Сейчас. А как я писать буду? Я ж эту руку ручку держу. Блин, правая. Сейчас классной звоню. Доброе утро, Татьяна Алексеевна. Тут мой старший, кажется, вот палец вчера выбил. Я даже не знал, у него сейчас тут посинел. Вы там, может, учителей предупредите? Говорит, писать не может. Ну, что сейчас уже нестись? Я вот тогда после школы... Может, завезу снимок, сделаем там, или к хирургу, или еще куда-то. Там решим уже. А, ну, спасибо. Все, в школу погнали. А после школы будем разбираться, что с твоим пальцем. Папа, а рюкзак помоги мне взять. Давай, где там твой рюкзак? Быстрее. Устно будешь сидеть, ушами слушать. Все, что говорит? Все отлично. Сам. А сейчас можно и в компьютер поиграть. Папа! Отлично, и папы нету. Что, мне показалось? Или домой кто-то пришел? Да нет, наверное, показалось. Сейчас Саня должен где-то прийти. Надо с его пальцем будет разбираться. О, ладно, хорошо. Финец посмотрю. Так. Что-то я не понял. 3 часа дня. Где Саша? Подожди, что-то за звуки какие-то. Рюкзак стоит. А как это я его прозевал? А что он там делает? Подожди. Я что, второй раз что ли на его развод попался? Не, надо нормально проверить. С пальцем это не шутка. Ой. Опа, привет! Ну что, как палец? Ой, очень болит. Да? Ну что, может в травмпункт съездим, а? Да не, пап, уже меньше стал болеть. Это, наверное, просто ушиб. Пару дней поболит и все пройдет. Ты уверен? Ну, конечно, уверен. Уже сегодня меньше болит. Да? Ну, ладно. Надо тебя с поличным споймать. Я поехал тогда в город. Занимайся тут, не знаю, делами. Читай все устные предметы. Тогда даже 2 раза на одни и те же грабли с этим сальком наступил. Сейчас сделаю вид, что уезжаю. К соседу заеду, посмотрю, что он делать будет.
О, папа уезжает на Комара. Отлично. Правда, в телефоне скучно играть. Нужно переодеться и пойти мяч побросать. Поиграем в баскетбол, потому что тренировку сегодня пропускаю. Легчайше. Ой! Рука болит, да? Ай, да, болит! Ну-ка, палец покажи. Покажи. Все? Ай, папа, папа, больно! Да у меня на душе больно. Быстро взял всю форму и на тренировку по баскетболу поехал. А математика я лично попрошу, чтобы тебя контрольную в субботу приняли. 5 минут. На тренировку выезжаем. Жду тебя. Ладно, ладно, иду. Блин, как это папа тут вообще оказался? Я же видел, он уезжал. Нет, ты понимаешь, Ватсон, вообще обнаглел-то, 2 раза меня обманул так, а? Прости, чё? Смотри, видишь, Лёга на помине опять звонит. Да, Саня? Ты чё, издеваешься надо мной? Этот же палец только уже выбили по-настоящему, да? Ну ладно, мой дорогой, я сейчас приеду, и мы сразу едем делать снимок твоего этого больного пальца. Иди, Ватсон, гуляй. Все, еду, уже еду. Пошли. Уже тут мне снимок все расскажет и покажет. Вот травма будет. Сейчас скажу, чтобы тебя там все пожестче проверили. Справили кости, пальцы и мозги, если получится. Успокойся, ты уже не позорь меня. Ну, сейчас тебе попозорю. Я точно скажу, что мозги сначала вправили. Классный позвоню. Это я позорюсь. Нет, спортзал никто не занимается, да. Мечом. Да. Нет, рукой. Это рукой. Да, вот, типа как он хотел бросить, и ему попасть. Как рассказывает рукой, да, попали. Блокшот получил. Ну ладно, направление дали. Сейчас покажет снимок. Врешь ты мне опять или нет? Блин. Я же тебе говорил, папа, это я. Краевой перелом основания средней фаланги второго пальца правой. Лучше ты со своим вымышленным сидел дома сегодня. Лучше бы ты меня на баскетбол не заставлял идти. Краевой перелом основания средней фаланги второго пальца правой кисти еще и со смещением. Пошли, сейчас гипс будут накладывать. Вот, папа, это все из-за тебя. Иди на тренировку, иди на тренировку, ничем ты не болен, ничего у тебя не болит. Ребята, никогда не придумывайте себе болячки, а то будете как я. А вы были на канале Бро Шоу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!